Привет всем! Я вам сегодня покажу три способа, как можно привязать вертлюжок. Итак, первый способ. Привязываем узлом клинч, продеваем ушко вертлюжка, зажимаем пальцами, образуя петельку, и свободный край обматываем 8 раз. До 8 раз. Продели образовавшуюся петлю. И обратно. Тоже образуется петля. Смачиваем. Затягиваем. Важно помогать иногда узлу затягиваться пальцами. Все. Получился у нас узел клинч. Так. Теперь второй способ. Узел паломар. Слаживаем нитку или летку в два раза. Получается вот такое ушко. И это ушко продеваем в ушко вертлюжка. Продели. Теперь делаем узелок. Обычный узелок этим ушком. Затянули. Затягиваем не сильно. Узелок должен быть не затянутый. И вот эту петельку одеваем на вертлюжок. Одеваем. И теперь затягиваем этот узел. Получился у нас узел паломар. Так. И третий способ. Узел под названием восьмерка. Продеваем нитку или леску в ушко вертлюжка. Слаживаем вот таким образом. И делаем восьмерку. Перекручиваем. И снизу вставляем в петельку. Затягиваем. Получилось вот такой узелок, напоминающий восьмерку. Все. Я вам показал три способа, как можно привязать вертлюжок. Спасибо, что смотрели. Удачи всем!